В наших выпусках мы не раз рассказывали о проблемах электроснабжения потребителей и о том, к какому ущербу могут привести, например, внезапные перебои в сетях. К нам также нередко обращаются граждане, которые понесли материальный ущерб от скачков напряжения. Во вторник в Твери состоялось публичное обсуждение результатов правоприменительной практики госконтроля за соблюдением обязательных требований к электрической энергии. Проведенные обсуждения были направлены на профилактику и предупреждение нарушения обязательных требований к электрической энергии, соблюдение которых оценивается Росстандартом при проведении контрольно-надзорных мероприятий. Понятно, что мы можем только констатировать факт нарушений, но предпринять какие-то меры для того, чтобы электрическая энергия соответствовала установленным требованиям, могут только специалисты, которые способны решить эти вопросы, и, естественно, органы власти, которые могут на своем уровне инициировать определенные мероприятия, которые помогут справиться с проблемой, которая существует в регионе. Место проведения мероприятия выбрано не случайно. Именно на Тверскую область приходится наибольшее количество обращений в Центральное межрегиональное территориальное управление Росстандарта от граждан и организаций, содержащих жалобы на проблемы с электроснабжением по сравнению с остальными регионами Центрального федерального округа России. А устраивает ли жители Твери электроснабжение, мы спросили у них самих. Вас устраивает качество электроэнергии в вашем доме? Да. Никогда не было, что что-то глючило, отключали? Ну, было пару раз. А как вам цены? Да более вполне себе нормальные. Да вообще устраивает. А цены? Цены, ну, можно было пониже. В моем вполне устраивает. А как вам цены? Да вы знаете, я как-то экономно, наверное, расходую. Нормально, у меня много не набегает. А ни разу не отключали, ничего не глючило? Нет, отключения бывают, конечно, но какая-нибудь авария или еще что. Ну, давно такого не было. Цены бешеные. На коммуналку, на электричество я бы снизила, ну, хотя бы в два раза. Тверичане нередко жалуются на перебои с электроснабжением. Подчас это влечет еще выход из строя дорогостоящей бытовой техники и электроники. Отдельные претензии к стоимости электроэнергии. Цены за последний год выросли почти на 2%. В ходе обсуждения контроля за электроэнергией руководством Центральным межрегиональным территориальным управлением Росстандарта были даны ответы на вопросы участников мероприятия, затрагивающие наиболее значимые аспекты в сфере электроснабжения, в том числе связанных с ее сертификацией. Ну а всем потребителям рекомендуется фиксировать все недостатки в поставке услуги электроснабжения и в случае материального ущерба обращаться за компенсацию убытков.